Друзья, всем привет с Гагаринского парка в центре крымской столицы. Полюбуемся на птичек и, как всегда, обсудим интересную и актуальную тему. Закончились новогодние праздники, и Крымское министерство туризма отчиталось, что в Крыму отдохнуло за праздники 181 тысяча туристов. Вот так вот, друзья, довольно внушительное число людей приехала на новогодние праздники и отдохнула в Крыму. Что интересно, половина приехала на собственных автомобилях. Но, конечно, основные места отдыха, это южный берег Крыма. И здесь отели были загружены довольно-таки хорошо. Но, что интересно, самое более всего были загружены отели 5 и 4 звезд. Вот так вот. Так что ехали, получается, довольно-таки состоятельные люди, которые решили провести отдых в Крыму. И причем на таком довольно высоком ценовом уровне. Вот, красавица лебедушка, глава семейства лебедей, посмотрите, друзья, рассекает, как такой крейсер. Поплыла, крылышки подняла, а уточки наяривают, принес им комбикорма, и они с удовольствием кушают. Так что, друзья, те, кто приехал на новогодние праздники, действительно не просчитались, потому что погода была великолепная. Вы по нашим роликам видели, многие даже купались в море. Теплынь была просто-напросто совершенно не зимняя, а такое ощущение, что это уже где-то перед майскими праздниками такая была погода. Вы видели, и цветочки цвели, все было. Так что, друзья, погода как будто специально дала возможность отдыхающим хорошо здесь провести время, насладиться теплой погодой, а потом уже 13-го пришла зима. Пока-пока.